Я напомню, что в Хакасии добывается доходов 250 миллиардов рублей. Бюджет собственных доходов 21 миллиард. На местном уровне Владимир Штыгашев давно говорит о том, что угольные предприятия должны больше налогов отчислять. И вот теперь спикер хакасского парламента высказал Совету Федерации. Мы добываем денег в 10 раз больше, чем наш бюджет. Но мы их не получаем. Заставить мы не можем. Поэтому еще раз, считайте это моим официальным заявлением во все органы, кто должен заниматься. Владимира Штыгашева тема настолько зацепила, что не могла его перебить и председатель Совета Федерации. И даже выключенный микрофон его не остановил. Включите микрофон. Мордовии, Костромской области и Хакасии. Главный депутат сделал то, на что не решился губернатор. Хотя поворот угольщиков было одно из предвыборных обещаний Валентина Коновалова. Олигархи сегодня выкапывают там тот же самый уголь, добывают ресурс, там электроэнергию, а население республики, бюджет республики от этого практически ничего не получает. Здесь мы наведем порядок. Спустя год после победы правительство предлагает наоборот – депутатам снизить налоги для промышленников. Ставка на прибыль поступает в размере 17%. То есть мы предлагаем 10, то есть на 7% будет снижение. А еще освобождение от налога на имущество. По мнению правительства, налоговые послабления повысят инвестиционную привлекательность Хакасии. По подсчетам Народного фронта, бюджет потеряет миллиарды рублей. Ну вот суммарно, получается, вот по одному предприятию, то есть от 10 миллиардов рублей, это при скромных ценах на уголь, до 30-35 миллиардов, если цены на уголь будут достаточно высокие. Вот это столько денег у нас недопоступит в бюджет Республики Хакасия консолидированный. В Хакасии о налогах угольщиков говорят много и общественники, и политики, но дальше разговоров дело не шло годами, пока Владимир Штыгашев не выступил в Совете Федерации. Поднимитесь, пожалуйста. Да, встаньте, что вас тоже увидели. Это заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. Так вот, пожалуйста, с выездом на место проверить все, либо поправить председателя парламента, либо навести порядок для увеличения налоговой базы Республики Хакасия.